Умер российский сатирик Михаил Задорнов. Ему было 69 лет. О смерти артиста сообщают российские СМИ. Писатель страдал от онкологии, проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. Как стало известно в июне 2017 года, он решил отказаться от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными, ради того, чтобы побыть в кругу родных. С осени 2016 года Задорнов отменял выступления из-за химиотерапии. В октябре 2016 у Задорнова случился эпилептический припадок прямо во время творческого вечера на сцене ДК «Меридиан». Его увезли на скорой прямо с выступления. Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. За свою творческую карьеру он написал более 10 книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков. Михаил Задорнов широко известен критическими высказываниями в адрес современной западной, прежде всего американской, культуры и образа жизни. В знак протеста против дискриминации сборная России на зимней Олимпиаде 2002 года аннулировала американскую визу. По другим источникам, был лишен визы с запретом на въезд в США.